Хабаровске полночь, в Красноярске 21 час, а в Санкт-Петербурге 17.00. И бывает такое, что команда из Хабаровска и команда из Красноярска встречаются в матче в Санкт-Петербурге. И он так баражирует на бровке. Ну и пока баражирует вблизи ворот соперника, вот какой удар, и вступает в игру Ислам Имамов. Дмитрий Ребров, у него была операция на правой ноге, а теперь еще и на тренировке. Внимание, вот удар в створ ворот и вступает в игру. Теперь как раз Евгений Ставер. В предыдущей игре против Родины он был в заявке. Вот сейчас опаснейший момент, да. Удар по воротам, и штанга принимает на себя этот удар. На этом же самом стадионе свои домашние матчи проводят во второй лиге. И вот теперь он в тренерском штабе хабаровской команды. Ох. Да, это желтая карточка. Красная. Ой, это красная. Ой. Сразу. Сразу красная. Да, и там посмотри, как сигнализирует. Нужна срочно помощь врачей. Ай-яй-яй, вот какой поворот неприятный. И с той, и с другой стороны Артем Симонян получает эту прямую красную карточку. Пока Енисей на половине поля соперника. Егор Иванов, навес, штрафную площадь, скидка, будет ли удар? Удар! Ох, и это опасный момент. Подбор проигран, Александр Ломакин из опорной зоны хабаровского СКА наносит этот удар. В железных шипах, что это оружие, которое может нанести травму. Ой-ой-ой, какой удар сейчас, и вступает в игру Имамов, какой красивый прыжок. Всей команды опять на половине поля соперника. Денис Самойлов, вышел на замену, передача, опаснейший момент. Такая закидушка проходит штрафную, и сходу удар, вот такой шанс был сейчас. Егор Иванов. Наброс штрафную, а на газоне игрок Енисея, арбитр рядом, но нет, нарушения правил не со стороны Ислама Имамова. Показывает рефери на угловой. Скидка, удар! Имамов на выходе! Остановлена игра, свисток, уже в любом случае мяч не был бы засчитан. Но еще одна атака хабаровского СКА. Протиснули штрафную хабаровчане и взял игру на себя сейчас. Магомед Мусалов упал, но все. Все, звучит финальный свисток. Несмотря на то, что 70 с лишним минут, с учетом компенсированного времени, красноярский Енисей играл в большинстве, так и не удалось команде, которая претендует на повышение в классе по итогам этого сезона, забрать 3 очка здесь, в Санкт-Петербурге.